Родион, я все-таки тебя забрал, я тебе пришел. Мой малыш, мой чемпион, я за ним приехал. Наконец-то я за ним приехал. Смотрите, какой просто он невероятный. Он просто невероятный. Мой колесы. Вот она история, вот она история. Это просто невероятный болид. Он просто наикрутейший, самый свежайший ГТР, который только может быть. Сейчас мы его выгоним. Погреется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, прям хочется руку так держать, держать, держать. Колесы какой, как назовем, давайте гадать. Как пошел, мой ты красавчик. Все, на дорогах города. И это только начало. Он пока что просто белый. Но что с ним будет происходить дальше, вы просто офигеете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот я сейчас выскочу на нем прям. Вот я сейчас на нем выскочу. Малыш, смотрите, он невероятный просто, у меня слов нет. Да, он будет оранжевым, он будет ну таким прям. Ага, сейчас. А? Я А, пока она работает, да? Да. Угу, я понял. Так, что мы сейчас делаем? Ага, и все, да? А, мы сейчас просчитываемся. Можем заехать на мойку, по-моему. Давай заедем, да, давай заедем на мойку, по-моему. Так, все это самое. А, еще раз, сейчас я сяду быстренько, чтобы мы пошли потом с хозяином, пока с собственником. Ай-яй-яй-яй-яй, мой холесы! Ай-яй-яй-яй-яй, посмотрите, какой он невероятный. Что у нас тут? Тут говорят, музыка хорошая. Ну так, ну... Так, у нас что здесь? Красная кожа, черная кожа. Ай, да. Привет, братик, привет. Мы с тобой таких дел натворим, что просто обалдеть можно. Ладно, я пока эфир оставлю в записи. Сейчас пойду оформлять документы, отдавать кучу бабла за него. Вот, и, короче, и потом еще выйду, наверное, смотрите. Вот когда мы говорим, какой холесый, это вот так вот. Холесый, это вот так вот. Вот, короче, пока он беленький, вот этого не будет. Это будет все трансформироваться. Короче, ждите, все.